Соколе арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве двух сыновей. По данным Следственного комитета региона, преступление произошло во время рыбалки. 6 сентября в акватории реки Суханы были обнаружены тела мужчины 81 года рождения с колото-резанным ранением и его брата 82 года рождения с огнестрельным ранением. На месте правоохранители обнаружили пьяного отца погибших. Мужчина 58 года рождения вместе с сыновьями приехал порыбачить и собирался поохотиться. Распитие спиртного закончилось убийством собственных детей. Дорожная авария с тремя пострадавшими произошла в Череповце. Сегодня около 7 утра на улице Любецкой у дома 26 столкнулись Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4. Как сообщает ГИБДД города, водитель 76 года рождения за рулем Mitsubishi выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю Toyota, за рулем которого был молодой человек 91 года рождения. В результате столкновения водитель Mitsubishi и его пассажир получили травмы и попали в больницу. Водителю Toyota госпитализация не понадобилась. В Череповце полицейские задержали подозреваемого в организации занятий проституцией. По данным управления МВД по Вологодской области, во время своеобразной контрольной закупки мужчина привез девушку к назначенному месту в Заречье и был задержан оперативниками. Отмечается, что подозреваемый, 41-летний череповчанин, ранее был судим. Он не только развозил жриц любви по адресам, но и занимался рекламой своих услуг и формировал клиентскую базу. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.